Всем большой привет! Очень рад вас видеть на канале Хижина Музыканта. Кто здесь впервые, обязательно подписывайтесь на него, потому что будем разбирать ваши же любимые песни. Сегодня разберем песню Валентина Стрыкала «Гори». Мой полный кавер на эту песню найдете вот здесь. Это вы обязательно ставьте лайк, обозначает. И в описании под видео. Ну и сейчас прозвучит кусочек данного кавера, чтобы вы вспомнили, как я ее играл. А дальше рассмотрим, как исполнить и сыграть данную вещь под гитару. Поехали! Слезки на платье из ситцы, и пусть сегодня он мне не снится, и пусть не ходит рядом, не ищет взглядом меня в толпе. Гори, твое фото, гори, все, что ты мне дарил, я не буду скучать. Делать уроки, мама с папой в шоке, ведь я Друзья, перед тем, как приступим к разбору, напомню, что если среди вас есть человек, который вообще не может играть на гитаре, впервые вот открыл мое видео случайно, советую перейти по ссылочке в описании, там есть мой самоучитель гитарный, а также вокальный. Пройти 2 данных курса в ускоренном режиме, уже присоединиться к нам и начать исполнять любимые песни. Ну а мы приступаем к разбору, посмотрим 4 аккорда данной песни. Тональность песни АМ, ля минор. Отлично, удобно. Следующий аккорд F. Но вы, конечно же, знаете, как заменить этот аккорд, точнее, барешный способ сажатия на более легкий. Мини-баре это. Вот таким образом сжимается, то есть половинку нашего F берем. Аккорд C и аккорд G. В куплете 4 аккорда. Но мы не играем тупо эти аккорды, а играем... Очень интересный перебор, который сейчас и рассмотрим. Итак, вступительная мелодия играется таким образом. Зажимаем аккорд АМ 7, то есть открываем третью струну, чтобы у нас звучала нота соль. Вот таким образом. И играем 5, 4, 1, 2. 5, 4, 1, 2. И пауза. Потом дергаем 4. Третью, которую зажимаем хаммероном на втором ладу и дергаем вторую струну. То есть про паузу не забудьте. Дальше зажимаем четвертую струну на третьем ладу. И опять-таки оставляем открытую третью струну. Играем четвертая, третья, вторая, третья. Вторая на первом ладу зажимается. Опять-таки пауза. И играем опять-таки то же самое, что было на первом аккорде. Это дергаем четвертую, потом хаммер он на втором ладу на третьей струне. И дергаем вторую струну. Дальше аккорд С. Опять-таки не зажимаем третью струну. Дергаем пятая, четвертая, вторая, третья. То есть все остальное, как в аккорде С, только не зажимаем третью струну. Пятая, четвертая, вторая, третья, пятая. Опять-таки хаммер-он на третьей струне. После басовой пятой струны еще раз. Дальше аккорд G. Не зажимаем первую струну. Открыто. Шестая, четвертая, третья, вторая пауза. Третья, первая, вторая. Попробуем соединить.
один раз, вступает вокал, нужно продолжать играть и петь. Благо, петь там ничего сложного, но с первого раза, я думаю, не сразу получится попасть, то есть... Кап-кап, слезки на платье из ситцы, и пусть сегодня он мне не снится, и пусть не ходит рядом, не ищет взглядом меня в толпе. То есть продолжение уже не на мелодии, а на аккордах АМ7. Простые удары вниз. Fmaj7. То есть открытой первой струной, это по сути фа, если не можете играть. Ну что тут играть? То есть АМ7, Fmaj7, С, G. Один раз ударяем и блокируем, а потом по струнам. По пустым струнам бьем вниз, делаем слайд, глиссанто на аккорд F. В припеве у нас аккорды F, АМ, G. Снова F. Да. Прежде чем приступим к припеву, давайте посмотрим, что же петь в куплете, какие ноты. Вам нужно взять ноту до, вторая струна на первом ладу, и поймать ее голосом. Кап, 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 кап. Нужно произнести кап и попасть в эту ноту. Если не можете, посмотрите мои уроки по вокалу, или внизу есть в описании мой сумучитель, как уже сказал. Совет такой, ищите эту ноту. Подейте к ней, поймайте. Итак, поехали. Какая мелодия в куплете? Кап-кап, слезки на платье из ситцы, и пусть сегодня он мне не снится, и пусть не ходит рядом, не ищет взглядом меня в толпе. Все, куплет вот выглядит таким образом. Дальше припев. Гори, твое фото гори, все, что очень простой. Берем аккорд F, делаем удары вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть на три блока делим наш бой. Это вниз, вниз, с паузами. Первый блок, второй блок, вверх, вверх, вниз, да. И третий блок вниз, вверх, вниз, вверх, сразу же. Третий блок вообще не важен. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. И так на каждом из аккордов вниз. Отлично справились с этим делом. Посмотрим, что же петь в припеве. Между прочим, те же ноты. Гори, твое фото гори, все, что ты мне дарил, я не буду скучать. Гори, твое фото гори, все, что ты мне дарил, я хочу закричать. Такие дела. Второй куплет играется таким же боем, как и припев, только при помощи такого приема palm mute. Просто даем место вокалу, а сами спокойненько. Тихо играем. Тот же бой. Не скажу, что легче, чем просто лупить по струнам. Бой тот же, то есть удары вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. По сути, типа держим медиатор, но играем кончиком указательного пальца. Мелодия в голосе та же самая. Пробуем. Как долго не спать, как долго страдать. И не делать уроки, мама с папой в шоке. Ведь я уроки делала всегда.
благодарю вас за просмотр, дорогие друзья. Если вы еще не подписаны на Хижину, обязательно подписывайтесь. Давайте вместе изучать классные песни, пополнять наш репертуар, вообще заниматься. Я вам в этом помогу, замотивирую, возможно. Так что зовите своих друзей. Давайте вместе осваивать новые песни, так будет веселее. Вы другу сыграли, он вам, посмотрели, что хорошо звучит, что плохо, подсказали друг другу и так далее. Или присылайте мне ваши видосы в Хижину Музыканта, что ВКонтакте, там модератор проверит, если что, опубликует. Или мне в личку. В комментариях обязательно напишите новые заявки на песни, обязательно, или любой коммент, потому что это важно для продвижения видео. Ставьте лайк, буду безумно рад. Прощаюсь с вами, до скорых встреч, пока!